Надо сделать так, потому что сыну помогать надо, детям воспитывать внуков. Интересный вопрос. Ну, наверное, может быть и нужно. Почему бы нет? Когда девчата с возрастом, когда становятся старше, все равно уже хочется как-то на... Хотя все сейчас работают и на пенсии. Но одно получать пенсию и работать. Ну да. Я думаю, что да, наверное, не мешало бы. Раз чем больше детей, тем раньше и демография, глядишь, повысится у нас в стране. Нормальный закон. Это правильно, нужно. Почему? Это стимул, мотивация к тому, чтобы рожали больше. Угу. А вот вы, может, тоже ответите нам? Так, наверное, солидарно взять это у меня. Уж если он так сказал, определился, наверное, конечно, стоит согласиться. Ну, а вот почему вот ваше еще мнение? Потому что в детей надо вкладывать, с детьми надо заниматься. Надо рожать детей, и, конечно, им это время много надо уделять, чтобы росли в семье они, а не в школах, не в общественных каких-то организациях. Наверное, чтобы семья воспитывала.